мы нашли кое-что. Правда? Обожаю всякое кое-что. О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. О, нужно отвлечься. Плохого не посоветую. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Но это и так. Не берите в голову. Да, да. Прекрасный выбор. Плохого не посоветую. Великолепно! Ведь было что-то еще. Ты правда сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Усилен воплями 20 ледяных троллей. Сын. Ладно. Что это все?
Не знаю. Мы приближаемся к горе? Да. Место! Ugh!
не хотела, чтобы это открыли, да? Кого испугаешь, проклятие? Крепко заперто. Атрей, ко мне! Я иду! Может, на последнем этапе подъема я понесу ее? Я сказал нет. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Ты же охотился. Будет лучше, если ты помолчишь. Я рядом! О, какие-то больные!
Я справился? Научись действовать наверняка.
Ого! Понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. А знает ли Синдри, что его небодвиг запутался в корнях? Вряд ли. Он заставит его работать? Мне все равно. Это дым? Отойди, сын. О, что это такое? Поищем другой путь наверх. Ну вот, ведьму бы сюда, она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия бессильна, и обойти его нельзя. Один об этом позаботился. Как ты сюда попала? Пришла помочь вам добраться до места. Предупредить не могла. Закрутилась, друга спасала, как вы помните. Черное дыхание — это искаженная магия, даже я не могу ее рассеять. Только чистый свет Альфхейма способен пробиться сквозь нее. Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Важнее всего. Идем со мной. Зачем помогаешь? Может, я понимаю тебя лучше, чем мне хотелось бы. Может... Так я искупаю грехи, которые сама совершила. Или вы мне просто нравитесь? Мы чуть не убили твоего друга. И несмотря на это, да. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. Мы идем в другой мир? И ты с нами? Лишь ненадолго. Лишь ненадолго. Используем это. Грейфа. Синдри сказала, она сломана. Синдри? Гном у подножья этих холмов. Чинил, когда мы пришли. Я там никого не видела. Может, уже закончил? Гномы такие предприимчивые. И надоедливые, судя по известным нам. Это тоже. Просто поверни. Вот, видишь? Храм Тюра в центре озера. Оттуда мы отправимся в Альхейм. К счастью, он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор, и грохот битвы был слышен во всех мирах.
Битва закончилась ничем. И Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Мидгард. Вот, я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят и убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Ты веришь в Рагнарёк? Хотела бы не верить. Знаешь, а мы говорили с мировым змеем. Правда? Он преувеличил. Я знаю языки, даже те, что раньше не слышал. Но когда говорит он, я ничего не понимаю. Никто не понимает. Это мертвый язык. А, печально. Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были. Перебраться назад нельзя. Видишь? Да что ты? Сейчас покажу. Ты смотришь? Йоста! Ого! Он твердый! Эльфы строили. Моя тетива пропитана светом Альфхейма и может пробуждать магию эльфов. Стой! Он не исчезнет под нами? Нет, пока свет свободно льется. Идем. Мне б такой лук. А что за магия в этих корнях? Магия Ванов. Ванахейм? Ты знаешь? Ну так. Мама почти не говорила о Ванах. Лишь то, что они всегда воюют с асами. Наверное, по сравнению с Одином и Тором они хорошие. Не бывает хороших богов. Я думал, ты понял. Храм Тюра. Тюр построил его при помощи великанов и отсюда мог отправиться в любой из девяти миров, прекращая вражду между ними. Что-то не прекратилась вражда. На нас везде нападают, особенно мертвяки всякие. Восставших мертвецов и правда все больше. Когда-то эти дороги были многолюдны. Теперь же люди покинули эти края или попрятались. Остались только разбойники. Эти выживать умеют. Внизу лестница направо. Эй, еще один световой кристалл. Ждите здесь, а я разбужу свет. Леоста. Получилось. А что мы делаем? Чиним поломанное. Сперва подними эту ось. Хорошо, задвинь ее на место. Теперь выровни колесо в колее. Хорошо. Теперь толкай мост по колее. Весь мост поворачивается. Разве может весь мост поворачиваться? Ого, ты правда сильный. Продолжай толкать, пока мост не дойдет до первой точки. Не устал? Нет. Он у меня сильный. Насчет мертвецов. Их называют скитальцами. Но кто они? Это просто несчастные души, которым нет ни покоя, ни суда. Как? Магия Ванов может воскрешать? Да, Ваны это умели, но сейчас магия ни при чем. Нашествие мертвых лишь сигнал того, что в мире что-то разладилось. Что-то или кто-то потревожил слишком могущественные силы. Это все, что я знаю наверняка. Отлично! Поднимайся! Мы готовы! Впечатляет. Спину-то не сорвал?
Я не сорвал спину. В эти двери. Так, кто строил храм Тюра? Великаны или эльфы? Все расы принимали в этом участие. Последний раз, когда жители всех миров работали вместе. Дальше была лишь вражда. Лиос! Тетива уже не сияет. Ее магия иссякла. Оставалось уже совсем немного. Мы осушили всю до конца. Дай мне лук. Как получите свет Альфхейма, напитай его силой и тетиву. Не забудь. Разве не пойдешь с нами? Я попробую. Но кое-кто не хочет, чтобы я покидала Мидгард. Почему? Боги меня не жалуют. Это здесь? Так темно. Этот храм спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет Биврёста. Эти корни не твоя магия? Нет, это корни великого мирового древа. Благодаря им возможно путешествовать между мирами. Подойди к столу. Как это работает? Вам нужно это. Биврёст. Он открывает путь меж мирами. Он может поймать, удержать и перенести свет Альфхейма. Помести Биврёст сюда. Что теперь? Подожди. Дай храму время пробудиться от долгого сна. Из этого зала и только отсюда возможно будет переходить между мирами. То, что вы видите перед глазами, представляет собой этот храм, а также все башни девяти миров, которые окружают озеро. Все миры существуют в одном пространстве, как отражение друг друга. Эти двери, башни у озера, все девять миров тесно переплетены. И все они находятся на ветвях мирового древа. Разделяет их свет Альфхейма в Биврёсте. В этом зале вы можете управлять светом. А это мировое древо? Это всего лишь его изображение. Нет, Игдрасиль на самом деле куда больше. Древо жизни связано с судьбой всех миров, а мы связаны с ним. Древо питает наши почвы. Росы с его листвы наполняют озера и реки. Корни мирового древа дают жизнь всем созданиям на его ветвях. Его сила вплетена в саму ткань жизни. Рождение, рост, смерть, возрождение. Каждая нить тянется сквозь пространство, тянется сквозь время. Каждая возвращается к древу. Ну, так это работает. Но тебя ведь больше интересует практическая сторона. Да. Ну что ж, мост, который вы толкали, сейчас направлен в сторону Ванахейма. Поверните колесо туда, куда нужно нам. Вальфхейм. Стой, ну что, двигает большой мост снаружи? Да. Колесо вращает мост, а мост соединяет это место с башнями других миров на озере. Стой, вон там нет башни. Поэтому попасть в Йотунхейм нельзя. Без башни, к которой приведет мост, переход не откроется. Для каждого мира есть путевая руна, открывающая в него мост. Я покажу вам руну Альфхейма. Теперь вы можете направить мост к башне. Мы готовы. Не забудьте взять Биврёст. Его нельзя терять. Теперь мост изменит направление. И откроется мир между мирами.
Видишь огромный кристалл? В каждом мире есть такой. Он фокусирует и усиливает силу Беврёста, создавая мост в этот мир. Поэтому путь меж мирами можно открыть только из этого зала. А как же башня, которая не достает? Башня Йотунхейма пропала из всех миров более 100 зим назад, когда великаны исчезли из Мидгарда. Никто не знает, куда она делась и куда ушли великаны. Не вышло. Мы все еще тут. За мной. Беврёст погас. Это силы исчерпаны. Назад не вернуться, пока Беврёст не получит свет Альфхейма. То есть мы застряли? У такого, как ты, не будет проблемы с возвращением в Мидгард. И мы сможем прогнать черное дыхание? Да, если добудете свет Альфхейма. Добро пожаловать в Альфхейм. Как вы заметили, свет, он едва виден. Что-то не так. Видишь столб света на горизонте? Он будет в самом центре храма. Там то, что нам нужно. Нет. Нет, 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 нет. Проклятие, так что быстро! Что происходит? Чтобы восстановить магию Беврёста, нужно шагнуть в свет! Будьте очень осторожны, чтобы не попасть на... Нет! Она не погибла, правда? Нет, вряд ли. Идем. Посмотри вокруг. Держись рядом, ничего не трогай. Да, а это что? Похоже, ты это убил. Наверху! Ого, а это что? Это не наше дело. Соберись. Что написано? Что-то про войну за свет. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Из-за нее происходят многие войны. Они убивают светлых эльфов. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Темный эльф! Чисто!
что-то сказал? Нет. Хотя бы ближе к свету. Стой, это Синдри? За дело! Если ты не спешишь. Атрей, ко мне!
сказал? Я молчал. Правда? Ну ладно. Мать говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. А? Я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они... злые. Смотри, может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но нас их дела не касаются. Гляди, наверное, это и есть храм. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. На войне для солдата красота – это кровь его врага. Остальную часть души он теряет, на время или навсегда. Ты много знаешь про войну, правда? Хватит. Истории прибережем для корабля. Соберись. Жреди в обоз!
Возможно, это что-то ценное. Что это? Ладно.
что ты хотел рассказать про войну? Войны ведут по двум причинам. Ради выживания или выгоды. Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Еще такие. Отлично. Крепко заперто. Синдри сказал, мама была воином. Она тоже воевала? Вроде того. Враги уничтожили ее семью, и выжила только она. Да, она шла по пути. Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Осторожней. Что они делают? Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Беги! 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 Беги!